Сегодня были подведены итоги городского конкурса «Зеленый двор», который проходил в течение всего лета. Претендентов на победу было 7. На всех объектах сегодня побывали члены конкурсной комиссии. О том, кто претендует на звание самого образцового двора, в следующем материале. Нужно отметить, что есть в городе семилиственниц и такие места, где вопрос о чистоте вообще не стоит. Мусорить там никому и в голову не приходит. 7 таких дворов в этом году претендуют на звание образцовых. Местные жители прилагают максимум усилий к победе. Высаживают цветы, разбивают клумбы. Своими руками делают садовые украшения и лавочки. Делать это несложно, говорит Мария Сибирцева. Было бы желание. А это в интернете. Сейчас можно там из пластиковых бутылок, там много подделок. И поэтому заглядывала в интернет и смотрела, что можно из пластиковых бутылок сделать. Что подвигло? Во-первых, чтобы было чисто возле подъезда, чтобы приятно было выйти и увидеть цветы не только на юге, но и у нас на севере. И в итоге хотелось что-то еще создать. Конкурс «Образцовый двор» традиционно проводится в преддверии дня рождения города и вне зависимости от названия всегда преследует одну цель – привлечь жителей к благоустройству родного города. Сегодня конкурсная комиссия осмотрела каждый из 7 дворов, претендующих на победу. Результаты осмотра внесены в протокол. После подсчета призовых баллов будут определены лидеры состязания. Награждение будет проходить в день празднования Дня города на площади НАКа. Первые 3 места будут награждены денежными призами, а остальные участники – благодарственными письмами. Ждать объявления результатов осталось недолго. Как, впрочем, и времени на подготовку к Дню города уже практически не осталось. Герои нашего сегодняшнего сюжета на своем примере показали остальным лабытнанцам, что сделать наш город и его окрестности красивее и чище под силу каждому. Нужно для этого совсем немного – желание и любовь к нашему общему дому. Виктория Кузьменко, Кирилл Сементеев, программа «Время местное».